сумасшедший, подумал, что я реально буду бить ребенка при людях. Нет, конечно, в общем, все нормально, заплачет, не переживай. И, значит, съемки, дней 10 мы жили в горах, там, ходили на речку, там у меня был один съемочный день, и он был, ну, 10-й. Мы жили в горах, я там за какими-то коровами гонялся, по сеновалам лазил, в речках купался, лазил по горам. Все так хорошо, и вот как 10-й день, уже день съемок, и у меня такое хорошее настроение, что вот вообще не хотелось плакать. Надо было, все там как-то меня пытались заставить это делать, но ничего не получалось. И режиссер как-то, ну, не знал, что сделать, такой, типа, ну, ладно, ну, сделай вид, что заплакал сейчас. И пошел, значит, разговаривать с оператором, как лучше спрятать мою эту бездарность. Да, спрятать мой талант. В общем, а в этот момент мама, я понимал, что она мне хочет помочь, и от того, что она так, ну, что-то пыталась сделать, от этого, ну, как бы это и не помогало, собственно. И она такая отводит меня в сторону, пока никто не слышит, и говорит: я не поняла, тебе что, плакать не на чем? Я: да, ма, ты сейчас это, сейчас. Люди за эту профессию жизнь отдали. А тебе что, плакать не на чем? Бам! Я подлетаю метра на два, она так: иди сюда, бам! И вот тут как бы я опять же все понимаю, но она прям задела, и я такой раз понимаю, что у меня глаза наливаются просто, значит, слезами. Она меня в кадр там туда-сюда, я стою, здесь камера, человек тычет мне прикладом, типа, ружья, чтобы я его убил. Он убил моего брата, и он говорит: давай, ты что, типа, не сын своего отца, стреляй в меня, отомсти за брата. Я как бы это все меня наполняет, я поднимаю глаза, хватаю за ружье, и у меня слезы просто. И вся съемочная группа: да, во, вы это видели, хорошо, так. Лапу. Эй, мальчик. Рахиш макула расуарда. Слезай оттуда, иди сюда. Расу ардам нистадын канзынан матар. Иди, не бойся, ничего тебе не сделают. Расу ардам канот датов пайбагарат канзынан. Иди сюда, или из ружья тебя пристрелю. Бансайда Кауны. Перестань плакать. Твой отец Годах сильный человек. Разве ты не его сын? Что ты плачешь, как девчонка? Я убил твоего брата, а ты убей меня. Возьми ружье. Не стыдно тебе? Твой отец Годах в твои годы на охоту ходил, а ты даже стрелять не умеешь. Возьми ружье. Сын Годаха.